Президент России Владимир Путин назвал Китай чем-то большим, чем просто стратегическим партнером. Во время ежегодной пресс-конференции российский лидер ответил на вопрос корреспондента телеканала CCTV о развитии отношений двух стран в сегодняшнем нестабильном мире. Путин заявил, что у двух государств общие позиции на международной арене. Более того, за последние годы Китай в экономическом плане стал самым крупным партнером России. Существенно растет объем товарооборота в высокотехнологичных областях и сфере производства, подчеркнул российский президент. У нас крупные проекты в сфере авиации, в сфере космоса, хорошие перспективы, в энергетике, в том числе в атомной энергетике. У нас очень хорошие начинания, и я надеюсь, что они будут осуществлены в инфраструктурных проектах. Мы развиваем и дальше будем это делать, несмотря на сложности, которые здесь есть. Сейчас не буду вдаваться в переходе на обслуживание наших экономических связей в национальных валютах.